Добрый день из Будвы. Сегодня 21 февраля. Время 10:05 утра. Мы находимся в районе старого города, возле старой вот этой крепости. Вот. И рядом с набережной. Здесь пристань. Здесь пристань. Причал. Огромный стоит катер. Или как он, можно так сказать, шикарный. Угу. Вид отсюда на горы хороший. Безоблачно, небо чистое. Так, пойдем в старый город, посмотрим. Вот ворота, арочные такие ворота. Врата Пизамелла. А здесь уже как в этом, как в Италии. Узкие улочки во все стороны. Магазинчики, шопинги всякие тут. Киоски. Пищу мелочей и так далее. Кафешки маленькие, забегаловки. Вот. Очень много ответвлений, как лабиринт. Как лабиринт. Ну и конечно. Это вот раньше старый город. Конечно, вкусно пахнет. Люди на втором этаже. Вот, улочки всякие. Так. Так, в эту улочку пойдем посмотрим. А здесь, наверное, тупик. Что ты хочешь? Тупик? Я тебе говорю. Там не открывается? Да нет, нам никто ключ еще не выдал. Так. Здесь можно, конечно, заплутаться. Ой, какая пицца. Красивая пицца здесь. Да, по 2 евро. А, за кусочек. Вот порционные кусочки. 2,50. Ну, цены разные. 2,50. Ну, вкусные. По 3, да. Так. И здесь тоже пицца. Здесь все лаванда, связано с запахами лаванды. Музей. Музей Града Будвы. Что, поднимемся туда? Музей? Ну, да, ну-ка, зайдем, что здесь за музей. А он, наверное, тоже платный. Сейчас посмотрим. Скажем. Такая лавочка. Где? А вот такая лавочка. Да. С такой вид. Бетонно-каменные лавки. Ну, ладно, так. Да. Ну а что, раз музей? Поставь, что. А? Стоп, пока поставь, стоп. Ой. Не зарядили. Юра,
Так. На 8 часов 7. О, как да? А, не видел. Походим по улочкам. Старого города. Да. Смотрим. Бутики, бутики, везде, бутики, везде все продается. Не, мы что? Реван Аман. Красиво сделано, Варочка. Видела лавандовый, видишь? Все масло лавандовое, там всякие. Да, здесь часы. Так. А здесь тоже можно пройти туда. Проулок. Так. Ну, здесь уже солнце. Здесь уже выход. Здесь уже выход. Крепость отсюда видно. Цитадель. Это цитадель. Вот написано цитадель. Сейчас я покажу. Так, где она? Вот. Цитадель. Я его в телефон. Он не пройдем, что ли? Нет, пошли обратно. Наверх. Ну, наверх посмотрим. Это вот. Коронавирус. Вот смотри, можно здесь даже посмотреть, зайти. Цитадель. Опа. Закрыто на замке. Так, а там открыто. Пойдем на второй этаж. Цитадель-музей. С 9 до 17. Панорама видна. Ну, пошли посмотрим. Ну, там
Платить надо. Посмотрим. Ну, сейчас узнаем. И наверх, наверное. Ой. А, это там наверх надо подниматься. Сейчас скажет. А? Мы смотрим в обзор. А, платный. Пошли. А, понятно. Нет. Так. Вид на старую крепость. Ну-ка, сейчас подойдем, посмотрим вот здесь поближе. На море открытый вид. Это тоже площадка для осмотра. Вот. Вот такой вид отсюда. Ух. Фотографируй. Ну. Прям. Пойдем дальше сюда. Видишь, как открывается вид такой прямо район старой крепости. И отсюда. Ну, мелко здесь, да? Смотри. Да, здесь вот прям далеко, наверное, метров 100. Камни, правда, подводных очень много. Как тебе вид отсюда? Шикарно, да? Очень красивый вид. Просто обалдеть. Ну ладно, пойдем дальше.